Прокуратура города Экибастуза предостерегает жителей от мошеннических случаев. В ведомстве предупреждают не разглашать свои личные данные, номера банковских карт и пароли, не пересылать денежные средства незнакомым людям, доверять только официальным источникам. 13 марта 2024 года жительница города Экибастуза осуждена по статье 190 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан за мошенничество, совершенное неоднократно, 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания. Напомним, осужденная работала в ТО «Экибастуз» в качестве бухгалтера. Деятельность ТО специализировалась на обучении вождению автомобилем. Осужденная предлагала потерпевшим решить вопрос в получении водительского удостоверения. Завладела деньгами 69 граждан нашего города, причинив своими действиями материальный ущерб на сумму 16 миллионов тенге. На сегодняшний день приговор суда города Экибастуза в законную силу не вступил.